Всем привет, и с вами снова я. Кстати, хочу вам кое-что сказать, что если вы будете кричить агрессивно, то в минус вы все равно можете уйти мало. Главное следить за всем, главное оценивать стоимость товара. Даже, скорее всего, не за эту цену, а за цену товара на маркетплейсах. Поэтому вот так. Но если вы будете крутить, например, за 200, а вам что-нибудь упадет, например, за 500. Так, например, вот этот кабель я круто наднула за 200, а он стоит 500. Например, я круто наднула это за, сколько там, бокс стоил 270, и они мне выпали за 1100. Вот, на маркетплейсе. И поэтому вы можете окупиться. Но окупиться вы скорее сможете на маленьких боксах, не на недорогих, чем на больших. Вам надо смотреть наполнение бокса. Что вам интересно, что вам нравится. Вы должны приготовиться к тому, что вам выпадет то, что вам не нравится. Вы можете крутануть, вы можете делать махинации, как-то поменять или даже избавиться от вашего товара. Но это в следующем видео. Вот. Посмотрев какие-то видео о других мистери-боксах, мистери-бокс сайт, мистери-бокс онлайн, он показался мне самым лучшим и сайтом, где можно не уходить в минус. Вот. Все равно ты что-то получишь. Главное следить за счетом, потому что если ты продаешь и счет меньше, чем нужно для открытия бокса, надо остановиться. Вот, иначе у тебя денег. Тебя, у вас денег не хватит, чтобы покрутить снова бокс, который ты крутил только что. Вот. Если у вас будут вопросы, можете задавать. Я более-менее разобралась с этим сайтиком. Поэтому что-то тут знаю. Изучаю его. Как с ним лучше работать. Вот. Всем спасибо, всем пока-пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.